Всем привет, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня будет очередное видео о покупках. На некоторые продукты я сделаю свой отзыв. И поверьте, я ждала, когда я сниму это видео, потому что у меня просто привычка сразу все, что я покупаю, сразу тестировать на себе. И несколько продуктов из этого заказа на меня произвели очень и очень хорошее впечатление. Быстрее хочу с вами поделиться своими классными впечатлениями, поэтому давайте быстрее уже начнем. Все, что сегодня в этом видео я покажу, я купила только за свои деньги, кровно заработанные, поэтому это никакая не реклама, мне за это никто не платил и ничего не присылал. В общем, давайте начнем. Одна моя очень хорошая клиентка посоветовала мне интернет-магазин органической косметики. И это органическая косметика именно из России. То есть все, что там представлено, все производится в России. В общем, что мне первое понравилось, это их упаковка. Все, что я заказала, я попросила привезти мне все это в пункт выдачи, где я сама уже могу забрать свой заказ. В общем, я приехала в пункт выдачи, оплатила. Конечно же, мне перед тем, как после того, как я сделала заказ, мне позвонил менеджер Роман и, собственно говоря, сказал, что все окей, очень приятный голос, очень хорошо и приятно разговаривает. И на пункте выдачи мне дали вот такую коробочку. Очень, на мой взгляд, необычное оформление. Точнее, сейчас уже многие магазины стали делать вот такую упаковку, что меня очень порадовало, потому что в основном, где бы мы что ни забирали, либо это обычная картонная какая-то коробка. Да, это тоже обычная картонная коробка, очень даже вот такое приятное оформление. В общем, здесь нужно развязать наш бантик. И я открыла, и здесь уже красиво лежат разные продукты. Моя клиентка очень сильно разрекламировала вот эту вот масочку. Это натуральная биомаска для лица, успокаивающая, противовоспалительная, для жирной и проблемной кожи. Очищает и сужает поры, снимает раздражение, выравнивает цвет кожи. Я бы не сказала, что у меня жирная кожа, но как очищение для своей кожи я решила попробовать эту маску. Меня в этой маске привлекло, так это состав. Это самый натуральный состав, который я вообще встречала в своей жизни. Да? Состав я уже прочитала не на своей маске, а на ее масочке, поэтому меня эта маска заинтересовала. Плюс моя клиентка очень хорошо о ней отзывалась и сказала, кожа очень классная после нее. Эта маска необычно выглядит, потому что она в виде порошка, то есть вам нужно самим развести ее и уже такую вот получившуюся кашицу нанести на лицо. Еще не приходилось мне ею пользоваться. Я, конечно, возлагаю на нее большие надежды, но не знаю, буду пробовать и, конечно же, вам о ней расскажу. Я просто, правда, очень хотела рассказать вам о некоторых своих покупочках, поэтому о некоторых покупках я вам не расскажу свой отзыв. Но она мне ее советовала, я, конечно же, ее попробую, но мне кажется, что такой натуральный состав действительно будет делать чудеса на нашей коже. Следующий продукт также натуральный, это крем для век, здесь содержится лен, алоэ вера, гиалуроновая кислота, что-то еще и черный тмин. Я просто не буду коверкать слова. Единственное, что я взяла этот крем, и он предназначен для девушек 20-25 лет. Мне этот крем очень понравился по его очень легкой текстуре. Что мне еще нравится, что все-таки стеклянная баночка и именно такое вот непрозрачное стекло. Также мне нравится то, что здесь помпочка сделана, то есть мне этот крем нужно будет просто-напросто выдавить, да, и распределить уже по своей коже
Видите, он очень хорошо впитывается. Мне нравится, что такая средняя текстура. Он вроде бы и легкий, но в то же время очень питательный. Пока я довольна этим кремом, я его даже наношу не только в область под глазами, но и на все лицо. Правда, я не знаю, можно это делать или нет, но мне так комфортно. Если вы меня давно смотрите, вы знаете, то, что я пользуюсь сухими шампунями, так как у меня все-таки где-то через день уже не очень свежие волосы, я не могу так ходить, и опять же, каждый день мне не очень хочется мыть волосы, поэтому я решила на этом сайте заказать себе сухой шампунь. Этот шампунь я заказала ради интереса. Во-первых, конечно же, он натуральный, что для меня это немножко, наверное, необычно. Во-вторых, у него необычная упаковка, потому что он находится в баночке. И в-третьих, это просто-напросто вот такой вот белый порошок. В первый же вечер, когда я забрала эту свою коробочку, я воспользовалась вот такой вот кисточкой, наношу этот белый порошок на кисточку и потом уже на корни. Распределяю, и как все сухие шампуни, я не счесываю этот порошок, а просто-напросто протираю это все полотенцем, потому что именно так очень хорошо работает сухой шампунь. Запомните, никогда не надо ничего вычесывать, просто возьмите чистое полотенце сухое и просто-напросто как будто вытираете голову, уберите этот порошок, и будет вам счастье. Состав этого сухого шампуня: здесь кукурузный крахмал, белая глина, эфирное масло грейпфрута, можжевельника и кипариса. Все. Здесь больше ничего нет, поэтому буду пользоваться. Если мне также дальше будет нравиться этот шампунь, то я обязательно вам его посоветую. Ну и сейчас, на мой взгляд, это просто самый такой впечатляющий продукт из моего заказа. И я его, опять же, заказала только ради интереса, потому что я больше нигде такого не встречала. Хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь пользовались очищающим бальзамом вместо шампуня? Напишите мне в комментариях. Лично я никогда таким средством не пользовалась, и, конечно же, меня привлек этот бальзам, и я его купила. Вот таким вот образом выглядит баночка. Она стеклянная, и на баночке написано, что это голливудская система ухода за сильно поврежденными, сухими, кудрявыми и химически обработанными волосами. То есть, если у вас очень сильно поврежденные волосы, правда, попробуйте, это действительно находка. Я, если честно, очень скептически отнеслась к этому продукту. Я думала, что он вообще не будет работать. И я взяла версию в 100 мл, то есть это такая пробная версия, там есть баночка побольше. Что могу сказать об использовании этого бальзама? Когда вы его наносите, во-первых, вы в непонятках, как вообще его наносить, что делать, но здесь на упаковочке написано. Я просто-напросто беру, на пальчике распределяю этот продукт и начинаю на мокрые волосы втирать его в свои корни волос. Никакой пены не появляется. Как я поняла, что мои волосы вымыты, они очень гладкие стали у корней, очень такие шелковистые. И дальше я уже набрала еще продукта и распределила все это по волосам, там как-нибудь помассировала и смыла. Все. Больше ничего не нужно. Ни дополнительного шампуня, ни бальзама, ничего. Этот продукт работает просто замечательно. Волосы очень и очень хорошо расчесываются. Поэтому, вот честно, от чистого сердца, просто попробуйте этот шампунь. Я надеюсь, что... Точнее, это не шампунь. Просто попробуйте этот бальзам. Надеюсь, что вы его оцените. Правда, это действительно что-то новое в индустрии красоты. По крайней мере, я... До момента своего получения заказа я не слышала о таком бальзаме, который моет волосы. На упаковочке написано, что это средство восстанавливает структуру волос, убирает эффект мочалки, уплотняет и разглаживает волосы, придает кудрявым и химически завитым волосам вид упругих локонов. Также увеличивает прикорневой объем, убирает шелушение и подходит для чувствительной кожи головы.
Это просто находка. У меня, конечно, не убитые волосы, но, как вы помните, они у меня были сначала осветлены, потом окрашены в красный цвет. Естественно, они стали на кончиках волос более жестче. С этим бальзамом у меня больше никаких проблем нет, и я себе обязательно куплю полноразмерную баночку, и будет всем счастье, правда. Последний продукт из этого заказа — это гидролат алоэ вера. И у меня просто закончился мой тоник с iHerb, он натуральный, он мне очень нравился и нравится до сих пор, но ради одного тоника мне не хотелось делать заказ, поэтому я захотела попробовать гидролаты, которые представлены на этом сайте. Это уже баночка не стеклянная, это, ну, обычный пластмасс. И вообще, изначально я хотела заказать гидролат розы, но потом, почитав инструкцию, я поняла то, что мне хочется гидролат алоэ вера заказать. Заявляет производитель, что этот гидролат генерировать кожу, уменьшает рубцы, увлажняет, смягчает, также помогает нам бороться с морщинками, увлажняет сухие волосы, придает блеск. После солнечных ванн очень хорошо наносить на кожу. В общем, такой, мне кажется, незаменимый вариант для меня. Многим может не понравиться очень аптечный такой и травяной запах, но я, насколько не любитель резких запахов, я терплю, я наношу это на кожу, и моя кожа на самом деле очень хорошо питается. Я использую в своем уходе за кожей только гидролат алоэ вера и вот этот крем для век. Все, больше я ничего не использую, и также пенку для умывания. И пока моя кожа чувствует себя отлично. Ну что, это были все покупочки из натуральной косметики. Надеюсь, что для вас это видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами уже в новых видео. Всем пока-пока!